что, реалии работы не оправдывает ожиданий от нее? Я расскажу тебе о новых профессиях, которые не хватает в современном мире. Сериалы отнимают очень много времени, а у богатых людей самый ценный ресурс – это именно время. Поэтому очень популярными стали пересказыватели сериалов. В общем, он приходит к отцу, тот ему говорит: «Тирион, опусти арбалет, кто тебя вообще выпустил?» Давай по делу, время идет уже. А, все, сейчас понял. Как ты смеешь приходить ко мне? Знаете, мне нравится моя работа, потому что мне не приходится сидеть в грязном, душном, сером офисном помещении. Я у себя дома. Ну, что дальше-то? Следующая серия во вторник. Ну, не все так легко, иногда бывают и трудные заказы. А потом Каменская поняла, что это она убийца, и отправила себя за решетку. Это был конец 247 серии, до свидания. Так, молодой человек, куда же вы? Мне подарили сертификат на две серии, так что продолжайте. Во времена, когда найти парковочное место стало тяжелее, чем сдать на права... А, извините, здесь занято, проезжайте дальше и удачной парковки. Персональный заниматель парковки стал новым трендом. Ну, иногда люди сами просят занять место, а если уж я найду какой-нибудь лакомый кусочек в центре, так я его сам забираю и продаю втридорога. 500 рублей раз, 500 рублей два, 500 рублей три, и место доставится мажору на папиной тачке. Ну, конкуренция дичайшая, конечно, но приходится справляться как-то с этим, своими методами. Свободного времени, конечно, много, но я без дела не сижу, саморазвиваюсь. Серьезный заказ пришел на понедельник в центре места. С чего осталось сегодня? Человек в среднем 6 лет жизни тратит на распутывание наушников. Поэтому профессия распутывателя становится как нельзя актуальной. Да тут катышки от джинс в кармане носили. Это вам в два раза дороже будет. Конечно, мы не только этим занимаемся. Дреды распутываем, дела. Вот недавно следователь заходил. Ну или когда шнурок у толстовки в капюшон зашел, тоже достаем. Современные технологии, конечно, вытесняют нас с рынка. Но пока существует человеческая лень, у нас будет работа. У каждого здорового человека возникает желание хоть раз в жизни сфоткать еду. Но не все умеют делать это красиво. Инстаграм-мерчендайзер. Вот кто вам поможет в этой ситуации. Подпись поставить? А, ну смотри, ты же в пятницу будешь вкладывать, да? Тогда поставь женщину в красном платье, танцующую, такую, да? Два динамита, три огня. В караоке пойдете? Микрофончик тогда накиньте туда, да, еще? Ага. Ну, конечно, это тяжело. По 8 часов смотреть инстаграм-ленту – это и психические расстройства, и физические расстройства. Но тренды требуют жертв. Короче, ребят, все просто, да? Соответственно, если ваша репостинговая история чиста, да, тогда просто пишите фразу «никогда в жизни этим не занимался, а вдруг выиграю, да?» Ну или «друг попросил», да? Тоже распространенная как бы такая надпись. Ну и на дом вам задание написать эссе на тему «этот кот смеется» или «этот кот плачет». Вот они, актуальные профессии 21 века. Надеюсь, и ты найдешь, что придется тебе по душе. Удачи! Всем привет, это дуэт «Громкие рыбы», телеканал «Универ ТВ». Если тебе понравился наш ролик, то подписывайся на наш канал. И пиши в комментариях, каких профессий не хватает и на тебе. И, возможно, мы снимем продолжение этого ролика с твоими идеями. Hey! Hey! Hey!